Российские бомбардировщики Ту-22М3, переброшенные на иранскую авиабазу Хамадан, новое место базирования, отмечают в Москве, позволят более чем в половину сократить подлетное время и увеличить бомбовую нагрузку для ударов по объектам террористов в Сирии. До сих пор для проведения операции против Исламского государства и Джабхат ан-Нусры бомбардировщики вылетали с аэродромов Северной Осетии. База Хмеймим в сирийской провинции Латакия для этих целей не подошла. Ту-22М3 считаются одними из самых больших в своем классе. Расстояние от Северной Осетии до целей возле Пальмиры превышает 2000 километров, тогда как от иранской авиабазы дистанция в два раза меньше. В Минобороны России отмечают, что базирование авиации в Хамадане позволит повысить ее боевую эффективность как минимум втрое. Решение Тиграна предоставить Москве свою инфраструктуру для борьбы с терроризмом стало известно накануне. Эксперты отмечают, что Россия и Иран преследуют схожие цели в Сирии и на этом фоне стремятся непрерывно укреплять взаимодействие в военной сфере.